Ассаляму алейкум ар-рахматулла. Сейчас делаем чтение с блока управления двигателем Renault Fluence. Приехал автомобиль, после удаления катализатора была установлена обманка. Решили все-таки они перепрограммировать под нормы токсичности Евро-2. Плюс тюн сделаем небольшой. Так. Ждем, пока прочитается наш блок. Блок Valio идет. Так, считал. Контрольные суммы корректны. Сохраняем. Так. И смотрим, сколько весит наш файл. Так, загрузил я файл. Надеюсь, мы кирпич не получим. Так. Контрольные суммы корректны. Продолжим, да. Вот режим программирования. Ждем некоторое время. Так, идет стирание. Передача блока. Ждем окончания записи. Капризный компьютер оказался при чтении. Первый раз ошибку выдал, хорошо, спать не ложится компьютер при чтении. А вот при записи может спать, лечь спокойно, очень быстро. И потом начнутся уже конкретные проблемы у меня. Если в BSL режиме прощется, это хорошо. А если внутрисхемное программирование, то тогда уже будет проблематично. Будем надеяться, что сейчас все аккуратно пройдет. Странный блок засыпает, первый раз неудачно прошла прошивка. Вот примерно на 90% как раз таки и встрял я. Сейчас засыпает блок, периодически открывать, закрывать двери надо было. Открываю, закрываю, надеюсь, сейчас пройдет удачно. Так, вроде операция завершена успешно. Просит система выключить зажигание. Идем выключать зажигание. Специально даже поставил ее на скорость, чтобы она не заснула. Угу. Джеки Чан еще есть, надо походу скинуть ошибку, посмотреть, что за Джеки Чан. Почему у нас Джеки Чан горит?